Непогода продолжает бушевать и на территории России. Проливные дожди обрушились накануне на Белгород. Местным жителям впору было пересаживаться на лодки, а на дорогах возводить плотины. Лужи в нескольких дворах были больше похожи на мини-озера, в которых буквально плавали машины. На дорогах местами провалился асфальт. В многоэтажках затопило подвалы. Из-за попадания молнии в трансформаторную будку в одном из районов без света остались сотни семей. Сильнейший ливень обрушился и на Саратов. Из-за того, что канализационные стоки не справились с большим объемом осадков, улицы города оказались под водой. Не работал городской электротранспорт. Многие автомобилисты отказались от поездок на личных автомашинах.